Здравствуйте. Салам, саламатис бе, добрый день, здраво, вачхуйн, гамарджоба, витаю, судари, сударыни. Это Андрей Дровосек, продолжение прохождения резидента 4-го, еще старого, 5-го года. Поехали. Опана. Загрузочка. Вы получили несколько предметов от Эшли. А чё они так боком-то её? Вот очень ценный предмет. Всё. What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Так, надо вернуться кое-зачем. А у меня и места-то не хватит. Да, блин, а почему бы Эшли еще не взять часть на себя вещей? Нет. Мне туда не надо. Мне нужен граната... А, так, сейчас мне нужен торговец. Блин, у меня места не хватит. Одновременно гранатомет и пистолет. Тут бедняга лежит здесь, мертвый. А, там еще какая-то дверь. А, из нее дальше выбежала. Так, привет, тип. Got some rare thing. What are you buying? What are you buying? Is that all? Отлично. Нет. Вот. Теперь у него 21 патрон. Хорошо. Поехали. Я не знаю, смогу ли я все это разместить. Так, сохраниться надо. Третья строчка. Конец главы, конец главы. Гранатомет надо сейчас как-то разместить. И пистолет надо разместить. Ёпарасоте. Ну давай. А вот. Да я хочу вот эту большую штуку взять. Так. Куда мы тебя сейчас ее можем запихать? Так, ты у нас вообще влезешь? Так, как тебя? А, ну так ты влезешь, да? Только мне. А, вот сюда я тебя попытаюсь сейчас запихать.
Ну да, в лес. У меня и место. А! Зашибись, куда я дену теперь револьвер? Мне револьвер теперь не разместить. Вот так вот. Ладно, кое-что я сейчас могу сделать. Да нет. Так. Так. Вот теперь туда я запихаю револьвер. А вдруг еще что-нибудь полезет? А если вдруг места не хватит, тогда что? Так, 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 так. Так, 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 так. Это хорошо, что я прицелыч не брал. Значит, вот что. Придется продать несколько гранат. Я продам. Три зажигалки. Нет, сейчас подожди. Сейчас надо подумать. Я продам, да, часть гранат. Три гранаты надо продать. А, три зажигательные я и продам, отлично, точно. Три зажигательные я продам. Просто так. Если что, это будет не очень страшно. What are you buying? What are you selling? Is that all Да. Thank you. Вот теперь мне хватит места. Если что. Все. Теперь у меня есть всякие гранаты. У меня теперь разных типов гранаты есть. Хорошо. Оружие продает, дожил. Из-за этой базуки, которую надо с собой таскать. Так. Зря я продал их. Вот зря я их продал. Только-только. Да нет, ты сейчас ее положишь на место. Ранил Эшли, пидрила. Хоть переигрывай. А вон они. Да я бегу. А где он?
awesome. Надо ж, какие неудачные гранаты продал. Я не ожидал, что в зачищенной зоне. Follow me. Петухи эти окажутся. Я бегу-то туда. Ну, типа того. Вот когда проходишь зону, а потом она, они еще оказываются заново здесь. Это мне вообще не нравится. Ну и как тут быть? Это я понял. А вот. Кажется, тут не в любом месте стоять можно, надо в четко определенном месте встать. Так. Открыть. Красивый флакон духов в вашем дипломате. Золото. Ну и... Ага, пистолетик. Бабочка. А-а. Вот так только. Так. Ну, это только смеси можно. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, не так и плохо. А, вот где, да, еще место осталось для гранат. Ладно. Угу. Так, вот теперь там чуть-чуть побольше. Что-нибудь можно положить туда. Все, побежали. Получили ранение из-за этого. Ну где ты там? Follow me. Я не помню, чтобы я приказывал остаться. Наверное, случайно нажал. Welcome. Got some rare. What are you buying? Что мне делать с бабочкой? Продать ее можно вообще нафиг. Да нет, я ее продам потом, не буду я с ней бегать. Come back anytime. Сейчас я пробегу кого-то, или, блин, сразу ее продать. Чтобы место освободить. Потому что патроны к ней надо таскать. Вот эти 4, 5, 6, 7. Сколько он занимает места? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь клеток. Угу, понятно. Патроны потрачу и продам.
Он, конечно, нужен с одной стороны. Но он занимает 8 клеток. Применяться будет редко. Патроны к нему не часто. А, ну и патроны еще. То есть надо таскать его, патроны к нему. При том, что применять я буду его не часто. То есть он будет постоянно занимать у меня место. А, это я там был. То есть там Эшли была. Все ли здесь у нас? Так, а это что такое? Какая-то дверь. А, это нам сюда надо. Все, я понял. Мы обошли, сюда мы сейчас приедем. Я понял. Надеюсь, приедем. Ну ладно, нам сюда дорога. Или что-то я не въехал вообще. Почему здесь открытая дверь? Почему здесь зеленая дверь? А, тут перекрыто, я понял, все. Там нет зеленой двери, там перекрыто. Похоже, прямо сейчас пистолет продавать надо будет. Потому что потом места не будет. Сейчас сюда пойду, еще что-нибудь возьму. Ну нафиг, освобождаю место. В общем, без пистолета. Или как быть-то, ёпарасоте. Ладно, сохранимся для начала. Просто тебе столько оружия у меня. Гранатомет с собой таскать. Так, Эшли, жди здесь. Гранатомет с собой таскать. Револьвер этот таскать. Что за звук был? Сзади никого.
Где они бормочут-то? Я слышу, они бормочут. Где, не пойму. А, вон он. Началось. Интересно, их много тут? Так, ребята, ловите. То я их что-то мало трачу. О, так понятно. Что ли? Так. До свидания. Что я подбитый. Угу. Покоцали меня. Хорошо, здесь решетка не сбивает. Ты тут как без меня? Не, ну красиво сделали, конечно, ничего не скажешь.
сделано очень красиво. Ай. Так. Лечилку, что ли, применить? Я полудохла немножко. Ну это ладно, пусть так будет. Ну вроде влезает. Даже что-то я и передумал пистолет продавать сразу же. Все, так, тут что у нас есть? Голяк. Поехали на карете. Самодвижущийся. С узорами все такое. Быстро. Так, раз, все. Уже на базе. Патроны дали чуть-чуть. А, да. Точно. Так. Это заряжено. Тогда все. Да, блин. К пистолету, да, мало патронов. К ружью очень мало патронов. Снайперской винтовки более-менее. Это мне не нравится. Так, я где? Это я практически дома. А, вот. А торгаш-то где? А тут что ли? Нет, даже я сюда выбежал. По левой руке? Тут что ли? Это тюряга. Я не помню, где-то рогаш. Он не здесь должен быть разве? Или только здесь... А, все, понял, здесь только та самая книжка. А там он будет, хорошо. Он там будет как раз рядышком. Так что поехали. Вот еще одна. Деньги. Вроде все. Поехали. О, патроны.
Тайничок 5050. Невидимые скульптуры. Так, я сюда пришел. Первым делом надо сохраниться. Потому что что-то у него, кто там знает, кто там его знает, что будет. О, патроны. Спасибо. Можешь таки пострелять. А где? А, вот тебя, вот машина. Стреляю, ты. Емкость обоймы можно увеличить. Отлично, вот это то, что мне нужно. Емкость обоймы можно увеличить. Так. Слушай, а ты мне ружье страйкерник продашь? Страйкер не продаст. А вот это... Это я продам тебе. Ага, емкость обойму ружья. Так, запоминаем. Емкость обойму ружья можно увеличить. У винтовки полуавтомат емкость можно увеличить. У ТМП можно емкость увеличить. Так, тут я увеличил. Каратель увеличить, а свой Blacktail увеличить не могу. Значит, только у ружья можно емкость увеличить. И у винтовки полуавтомат емкость можно увеличить. И у ТМП можно обойму увеличить. Хорошо. Значит, я могу увеличить емкость ружья, ТМП. Ладно, сейчас сохранюсь и попробую пострелять. А вот дадут чё. Хоть я не очень хочу все это. Потому что стреляю я очень плохо. Скорострельная. А гранату мне зачем дали? Хорошо. Мне что-то дальше, что ли, я не понял. Конец игры. Вы заработали 3 крышки от бутылок. И... ладно, пойдем отсюда. Крышки от бутылок, крышки от бутылок. Так, запомнили, мы пришли отсюда, да? А, не отсюда мы пришли. Ну ладно.
Так. Wait. Что-то мы открыли, да? I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Ну мы и открыли, блин. О, потрошки. А, у ТМП же будет увеличен магазин. Значит, не надо тратить ТМП. Опять. Матало! No dejas que escape de la isla vivo. Давай, иди сюда. Ой, сука, едет с дохлыми этими. Все. Не доехала. Представляешь, Эшли, что бы с тобой сейчас сделали тут? Тут и фарш, и рагу, и подлива бы из тебя вытекла. О. Неплохо меня снабжают. Видимо, что-то готовится. Ага. Так, сокровище здесь было. Было. Я его забрал. Вот из этой комнаты мы... Так, подожди, мы здесь были, да? Да. Все, тогда сюда идем. Тут мы разобрались. Мы вышли отсюда. Вот красивая дверь по левой руке. Торгаш. Подожди, а там что? Для начала сохраниться. Первым делом, да. А потом будем смотреть, что там дальше. Жаль, в жизни так нельзя. Сколько бы ошибок можно было исправить. Офигенная вещь. Во, у меня теперь таких две штуки. Патроны дали. Угу.
Так. Вот уже мне это не нравится. Вон замахнувшийся пидрила стоит. У него даже топор дрожит. Видите, да? Ладно, мы сохранились. Может, чтобы пристрелить? Я не успею нажать. Вон еще один пидрило. И должен быть по логике жанра пидрило третий должен стоять. Пидрило первый, пидрило второй, пидрило... А-а-а! Я понял, что сейчас будет. Да, Эшли, мы сейчас с тобой в такой переплет попали. Нас сейчас попрут танки. Потому нас и сожрали так сказочно. Настало твое время, Валера. Хотя мне же этот сам еще. Вот это тоже тратить надо, да, точно. Пойдет гнев на потревожившего эту священную чашу. Взять предмет. Конечно, пойдет гнев. А что делать? А что делать? Почему мне их не догнать-то? Патроны! Ну вы поняли идею, да? Отстрелить головы троим придуркам. Не успел. Теперь мне еще сюда. И вот второй. Есть. А, сохраниться надо. Вот точно, 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 точно. Раз. А, тут же листок. Как его не заметил. Получен образец. Как вам уже, наверное, известно, Луис Сера был схвачен лордом Садлером. Образец вернулся в руки истинных владельцев. Я надеялся, что мы сможем разобраться без вмешательства лорда. По крайней мере, теперь мы можем радоваться тому, что образец снова в безопасности. Теперь, когда образец в наших руках, предательница не сможет забрать его. Очень жаль, что вследствие всего случившегося Сера покинул этот мир. Его ожидало светлое будущее, если бы он проявил верность нашим идеалам.
Что же касается американцев, то лорд позволил им заняться... То лорд позволил нам заняться ими. Давайте не будем разочаровывать лорда. Мы должны схватить Эшли и привести ее к лорду. Американского агента нужно уничтожить. Так. 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 Поехали. Ты чего? Как это? Как же тогда от них убегать-то? Вот это задача. Я не понимаю, как ее спасти тогда. Это же с какой скоростью надо бегать? Ну да, мы уже все это видели. Уходим. А, вот они. Ага, один готов. Слушай, это... Так, что-то у меня еще у меня. У винтовки или у дробовика? Патроны могут быть. Ладно. Что делать? Побежали. Вторая серия. Ладно, времени нет. Придется потратить гранату. И последнюю гранату. Все. Просто я не успевал всем троим голову отстрелить. Мы умирали. Так.
Где выход-то? Тут ничего, тут ничего, тут ничего. И главное, чтобы... Какой-нибудь из этих петухов мечом, топором не замахнулся. Я плохо уворачиваюсь. Фу, сохранение. Лес. А, револьвер, да-да-да. Все, хорошо, место освободили. И увеличим объем нашего ТМП. Welcome. Got some rare things on sales. What are you buying? Емкость магазина, отлично. Теперь можно. Это я продам. Емкость. Ага, емкость у ружья можно теперь увеличить. И емкость у снайперской винтовки можно увеличить. Емкость у ружья, емкость снайперской винтовки. Осталось увеличить. ТМПшка 150 патронов. Теперь все патроны туда можно засовывать сразу будет. Порядок навел в дипломатии, фиксируем. Слышу звуки, сразу ссусь. О, так, Эшли, да, как ты здесь постоишь? Wait. У меня тут винтовочка. Вышел из строя. Так. Теперь ружья, то на патроны можно увеличить. И все. Так, теперь у винтовочки, ой, у ружья, снайперской винтовки 17 патронов, у ТМП 150. Ну, 17 не то чтобы особо много. 17 даже мало, ну, впрочем, ладно. А, ружье, да. Или... Ладно.
Это, наверное, было сокровище. Карта. Да, это было сокровище. А вот и мы и на месте, да? Тост за ваше величество. Кладем. Что здесь взять можно, нет? Ничего нету, да? Ночь. Хотя уже светает. Или непонятно. Как-то непонятно. Размещен предмет. Чаша короля. Угу. Ну все, Эшли, прощай. Я специально тебя не лечил. Потому что... Укусила тварюга. Яйцо отдай мне. Ладно, это уже становится опасно. Огурки. А, она полная. Понятно. И это теперь полная. То есть у меня теперь вот эта лампа, вот это можно продавать. Да у меня тут куча всего можно продать уже. Ну и где наши друзья? Никого. Да нет, прыгать-то я буду не здесь. Здесь и нельзя мне прыгать. Так, я забрался, да? Да. Так. А, нет, сохранения здесь не будет. Пойдем сохранимся. А вот здесь будет сохранение. Ну ладно, все, Эшли, давай. В добрый путь.
Их можно легко убивать, если они взлетели. Если он вот немножко начал лететь, тогда уже легче убивать. Welcome. Ну, поймать на подлете тяжело. Отлично. Все. И 15 патронов теперь у меня. Ну все, полный комплект для сражения. Не туда побежал. Вот туда побежал. Так, тут есть что-нибудь, чем взять можно, чем поживиться? Нет, тут нет. Вон там ничего нигде не валяется больше, да? Нигде ничего больше не валяется. Так, а тебя достать можно ножом? Нет. Какие патроны мне менее нужны? Ну ладно. Не все патроны здесь нужны. А, ой, еще одна хренатень сидит. Я ее и не вижу. А, вот еще одна. Куда-то улетел. Вроде все, да? Всех сбил. Он, правда, улетел как-то в пучину-то. Все собрал. Ну ладно, патронов потратил на это дело. Да, потянуть этот рычаг. Бум. Ну, зашибись. Нормально.
Я уже думал помощнее. Че это за луч света такой? Тянется. Не понимаю. Ну ладно. Так, тут ничего не взять. О, сохранение. Фух, напугал меня. Так, а там что у нас? Фиг поймешь, что там. Побеседуем с человеком. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? О. Так. Not enough cash. Денег нет, да? Хорошо. Ружье. Ну, тут все понятно. А слушай, а ты не продашь мне что-нибудь нового? Нет, ты мне ничего нового не продашь. What are you selling? Шпинели. Держи все. Бирюзай. Держи все. Этих можно 5 штук тебе продать. Красных тебе можно. Is that all, stranger? Thank you. Вот это держи. Thank you. И это держи. Is that all? Thank you. Thank you. Thank you. Come. Так. О, она теперь полная. Хорошо. What are you buying? Не-не, извини. What are you selling? Вот, где там еще одна. Драгоценная. Ага, все три. Все отлично. Закрыл зря. Улучшить. Так, значит, у пистолета емкость обоймы можно увеличить. Хорошо. У ружья. У пистолета можно увеличить емкость обоймы. Побежали. О, шпинелька. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. А сохранить здесь можно? А, нет. Так, пойду сохранюсь сначала. А потом с кахелами пойду сражаться. Чтоб в случае гибели опять эти радиопередачи это не выслушивать. А, вот сейчас на того чмыря и потрачу патроны.
куда он там ушел-то? Надо кахарь бегает. Ошибочка. О. Так, как мне теперь убежать обратно по той дороге? Понятно. Вот теперь можно емкость пистолета идти увеличивать. О! Ты еще халяву дали. Десять патронов так и быть уже. Не буду. Открыть ворот научно. Тоже нет. Побежали. Так, у меня тут пистолет. Отлично. Ну, ружья тут ничего делать не надо. На 4 патрона только увеличили емкость. Не густо. Было 21, стало 25. Только денег заплатить, чтобы увеличить на 4 патрона. Так, а бежать-то там вверх или вниз надо? Я уж не помню. Вот и замок позади остается. Круглый какой-то он стал. Был квадратный, вдруг стал круглым. Скалы какие-то здесь вокруг. И тут скалы. И вон еще кусок замка. А, это никак, да? А, сохранился. Вверх или вниз?
Наверное, вверх. Ну ладно, поползем сначала вверх. А, вот она. Так, подготовка к ритуалу и изображение этих блох. Благодаря Навистодорам нам удалось схватить Эшли. Нужно подготовиться к священному ритуалу как можно скорее и сделать Эшли официальным членом Лос Иллюминадос. Пока мы готовимся к ритуалу, те из вас, кто готов служить, может навестить нашего американского друга. Мы должны держать нашего друга подальше от себя, пока не работают шестеренки часов на башне. Я думаю, что если мы застопорим их в трех местах, у нас будет достаточно времени для подготовки к ритуалу. А теперь вперед, развлекитесь с нашим американским гостем. Поехали. Я их уже расстопорил. А, вон они. Тут фикс тест. Все пидрило с луком. А, вон пидрило с луком. Он умер сразу. Ну, не попасть-то будет. Я его фигово вижу. Ну и он меня, похоже, тоже фигово видит. Педрилу замочили. Есть. Сохранились.
Динамит. До свидания. Заходите еще. Что-то порешитель тут фиговато работает. А, все уже. Я думал, тут еще кто-то есть, поэтому боялся отпускаться. Ну ладно, вперед. Так. Ага. Интересно, вот это нормально поможет? Ничего так. Значит, сохраняем. Убили, сохранили. Сейчас еще, наверное, побегут, да? Как пить дать побегут? А, у меня же вот эта штука есть. Это мне надо избавляться. Или для босса? Спасибо. Нифига вас там. Так, ребята. Это то самое. Так. Отлично. Ну вон как Хедла стоит.
А, понятно. Как ходила? Как Хайло пробивается в голову. Сейчас я рога-то подшибаю. Дай мне чего-нибудь. Вот так вот. Все, побежали сохраняться снова. Далеко от меня торгаш-то. Далеко. Ну ладно. Сейчас с этим пустым пистолетом бегать. Да, он пустой. Ну ладно, ничего. При первом же торгаше я его продам. Вот это мне не нравится. Сучара. А у меня лечилки-то. Не так все просто. Воде нужен был револьвер-то. Так. Какого хрена ты пидрила? Да, это будет не просто. Так. Oh.
Да иди ты в жопу. Ну повернитесь, повернитесь спинкой, ребят. Ну так нечестно. Ну как так? Вот подлый козел со спины зашел. Я уже почти уже выиграл. Не пройти этих тварей. Сложно, блин. Есть. Есть.
Есть. О, пидрилы. Так, сохраняем результат. Все, отлично. Прошли, считай. Дальше уже ерундистика. Много раз они здесь меня кончали. Но я смог прорваться. Так, здесь сохранение есть? Нет. Бежим сохраняться. Все, сохранились. Теперь со смелой. С чистой совестью можно продвигаться дальше. Кстати, что здесь происходит? Так. Так. А здесь есть сокровища где-нибудь? А, все, это конец. Да, уж все. Всякие барельефы и прочее. Все, это конец. Эшли. Леон! Мистер Кеннеди, don't you know when it's time to throw in the towel? Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Ну вот те раз. А я-то думал, что уже с боссом скоро будет. Это мне столько времени этот сраный гранатомет с собой таскать. Сокровище. Тут бедняги. Насаженные. Ну, у торговца, конечно, проходное место. Вот он выбрал нормально тут. Много у тебя клиентов-то? Я смотрю, они такие, что-то вялые у тебя здесь. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Для начала мы продадим магну. А, патроны магну у меня опять есть. Тогда нельзя продавать мне пистолет. Пистолет, маузер, каратель. Легкая. О, страйкер. Все, парень, ты мне... Блин, у меня как раз патроны в ружье там. Вот страйкер-то мне как раз очень нужен. А куда я его помещу? Получается, мне надо продать
14 патронов. Интересно, если я вылезу отсюда. Ладно, тогда сохранюсь сначала. Сначала зарядим пистолет. Сохранимся. Так, теперь мне нужно потратить патроны из ружья. И вернуться за страйкером. Если я, конечно, смогу это сделать вообще. Все понятно. О! Классная штука. Так, пока мы тебя положим на место. Еще более классная штука у меня есть. Сейчас будет у меня неприятная встреча. Так, как-то все это коряво разложено. Так. А я не смогу вернуться сейчас тогда. Так, понятно, все ясно. Гамадрил за мной уже гонится. Надо сохраниться тогда. Нет, не хватит ты. Так, что еще он может? Страйкер я куплю себе. Дальше. Нет, ну да, я страйкер куплю вместо него. А улучшить я могу ничего. Бабочку я продам, ружье я продам. Так, друзья, знаете что? Подождите ровно пару минут. Сейчас я паузу сделаю, совсем короткую. Так, ладно, я придумал. Поскольку битва у меня будет только с этим чертом,
Не буду я тогда экономить эти патроны. Сейчас продам я ему. What are you selling? 18 тысяч. Держи. Ружье. Держи. Что еще мне нужно? Да, страйкер. Будет меньше места занимать у меня. Угу. Так, и сразу место подосвободилось. Оно сейчас еще больше у меня особо... да, стой. Так. Вот так вот идеально. Ладно. Вот так вот. Ну ладно, как-то так. Не буду сейчас особо убирать. Вот так вот. Все. Сейчас мой страйкер. Или попозже его разгоним. Thank you. What are you buying? Is that... Is... Thank you. А емкость обоим я попозже увеличу. Так. Какие у меня лечилки-то есть? А, вот одна хорошая у меня лечилочка есть для увеличения жизни. Что-то я проморгал, нет? Оказалось. Я надеюсь, к торговцу я вернуться смогу. Я очень надеюсь на это. У меня весь расчет на то, что я смогу вернуться к торговцу. А, вон, у меня еще впереди торговец будет. Все нормально. У меня еще впереди торговец будет. Интересно, не успею прожать, нет? Не успел. Не успел я прожать. Успел. А не успел. А где клавиша-то? А, вот она. Да. Пожалуйста, подождите 4 минуты.
до прихода лифта. Ну, едет педрила. А, он хочет, чтобы я пошел к двери. А вот и педрила. Погоди, педрила. Педрила, иди сюда. Ага. Думаю, сейчас с тобой будешь слезы точить. Держи. Все. Вот и все. Драгоценный камень короны в вашем дипломате. Лифт приехал. Трава. Он там думал, что я буду шутить с ним. Он думал, что я с ним шутки шутить буду. Мне желтая трава нужна. Я потратил здоровье сильно. Надо бежать. Вдруг есть. Плохо я уворачиваюсь клавишами этими. Не успеваю я прожимать их. А гранатомет я куплю перед боссом у торговца. Я почему все и продал. Револьвер там этот. А, о, нормально. Но это мне не надо сейчас. А, тут еще одна. Все ясно. О, лечилочка. Это, видимо, для восстановления здоровья. Для поправки здоровья. О, сохранение пошло. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Это конец главы. Спасибо, что были на этой видеопередаче. На этом тогда эта серия заканчивается, но будет следующая. На этом все. Спасибо, пока.